Настя, расскажите, что произошло? Да ну что, мы выскочили, я на крик выскочила, а оно вот тут горит. Уже двери открыты, и вон хозяин квартиры обгоревает, и начали тянуть шланги, тушить. А чем мы можем потушить-то? Во сколько начался пожар? Да где-то, наверное, в 6:40, вот так вот, 6:30. Нет, даже не в 40, наверное, 6 с небольшим, 6:15, вот так. Потому что скоро уже пожарку начали вызывать, было 6:30. А вы сосед, да? Да, мы с последней вот квартиры, с крайней. То есть это многоквартирный дом получается? Да. Несколько квартир. 7 квартир. 7 квартир. А в одном-то возгорание произошло, и дальше не распространилось? Дальше пошло по крыше. По крыше пошло. Да. А вот кроме вот этой квартиры еще пострадали какие-то? Все. Все квартиры пострадали? Все, конечно. Все 7? Все 7. А сколько мужчине лет было? 53, 54, где-то так. Но он в сознании был, когда его приехал? В сознании. Да, все, обгорел, просто повезли его, да? Да. У него лицо обгоревшее, спина вроде как бы, ноги обгорели. А он один жил? Нет, как же? Зачем? Семья у него. Семья, да? А семья? Вон она, хозяйка стоит. Муж, жена, дочь, зять и двое маленьких детей. Спасибо.